вот тебе зерно, а даришь хозяина леса. Это чтоб дорога домой была хорошая. Какие это хювят. Меня мянан. Вепсы народ лесной, и для них лес – это часть жизни. Охота – это свобода и страсть. Роскошь и одиночество. Спорт, удовольствие, добыть зверя. Вепсском музее и не только. Вклад в культуру края. Плата за счастье жить здесь, бывать здесь. Друзья, заговорен. Хочешь попробовать? Ой, ну давай. Видела? Так, конечно, она в изумлении, может, немножко в испуге. Да, видел. Там ящик. Охотники счастливы тем, что живут в таком неком своем генетическом и человеческом естестве. Потому что все мы, горожане, москвичи, петербуржцы и остальные граждане, вышли из леса и вышли из охоты. Это ижа!